Потому что по-другому ты просто не можешь. Эта ситуация подарила мне очень близкого в жизни человека. Жанна да. Там тоже была. Поэтому первая была я, и я прихожу, там стоит Ксюха и говорит: «Гарри, ты мне очень близкий, такой прям близкий душой человек». Во всех ситуациях, во всех моментах, хорошо ли, плохо ли, но мы были вместе. Да? Ура! Ура! А вот с первого момента, как только ты родилась, и мы праздновали годик, ребята приехали, это было первое наше такое вот... ...неизменимое и уникальное, я тебя очень люблю. Я просто знаю, что ты мыслишь точно так же, как и я. Ты вот моя вторая половинка, дружеская. Например, такой очень крепкой семьи. За столько время общения, ты моя семья. И нас девчонка, Смена. Девчонка Смена. Из соседнего подъезда. Мы выросли вместе. Ты благородная, ты честная, ты вся... Я стал работать с другими клиентами. И очень ценю нашу дружбу от начала до конца. И всегда, во всех ситуациях, я выбираю тебя. Спасибо. Оль, открыли вечер пива. Не очень подарка. Нет. И парадокс, что они стоят самым понтовым. Да. Это, ребята, давай, за.